Этот новенький МАЗ-203 выйдет на улице Бобруйска уже в понедельник. Автобус сделан, как говорится, по последнему слову техники. Начиная от дизайна, заканчивая начинкой. Транспорт оснащен дизельным двигателем Mercedes-Benz. Все моторы соответствуют стандартам экологичности Евро-5. Комфорт предусмотрен как для пассажиров, так и для водителя. Теплый автобус. Очень много доработок. Как бы удобная посадка, сиденье, удобная панель. Сегодня вот шкалы видно, что как-то более совершенно. Обогрев лобового стекла есть. Вот, это плюс. Для зимы, допустим, это хорошо. На старых автобусах этого нету. Светодиодное освещение, речевой информатор, бегущая строка. Новинкой для горожан станет и кондиционер. Он встроен и в кабине водителя. Просторный салон рассчитан на 28 мест для сидения. Здесь же предусмотрена безбарьерная среда. Помимо специальной зоны для инвалидов, есть и дополнительная площадка для детских колясок. Представляет это себе аналог замены устаревшего уже на сегодняшний день автобуса МАЗ-103. Единственное, конечно, изменение подверглось конструктивные, экстерьер, интерьер, ну и некоторые новинки в подвеске. Данный автобус будут применяться на всех городских маршрутах. При пополнении автобусного парка или при модернизации, при списании автобусов, если будем получать в дальнейшем такие же автобусы, то будут ходить и на пригород. Еще 12 таких же моделей пополнит автобусный парк номер 2 уже в январе. Это включено в программу ускоренного социально-экономического развития Бобруйска. В основном такую марку сейчас можно встретить на улицах столицы. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.